Существуют по-настоящему выдающиеся продукты. Премиальные продукты. О них мечтают, ими грезят. Они качественные. Они эталонные. Глядя на обладателя такой вещи, сразу понимаешь, он добился успеха. В мире авто есть Maybach. В мире мотоциклов есть Ducati. В мире авторучек есть Parker. Эти бренды – это уже не просто бренды, это настоящие символы эталонности. Сегодня мы поговорим еще об одной эталонной вещи. Привет, с вами Катя, и в этом обзоре от компании «Алло» я познакомлю вас с ультимативным OLED 4K телевизором 55 EG 920V от LG. В чем же его ультимативность и особенность? Для начала дизайн. Представьте себе телевизор толщиной всего в 4 мм. Тяжело представить себе такое? А вы постарайтесь. Представили? А теперь посмотрите на него практически вживую. Мне кажется, что толщина картона коробки, в которой этот телевизор поставляется, толще, чем сам телевизор. Это что-то невероятное. Далее подставка. Она похожа на аудиториум-стенд, как в модели 65UF950V. Но только похожа. Более плавные линии, более изящные формы, более матовый металл. Благодаря прозрачному элементу подставки телевизор буквально левитирует в воздухе над ее основанием. Рамки вокруг экрана настолько тонкие и незначительные, что их будто бы вообще нет. Сам телевизор изогнутый. Что вам это дает? Да посмотрите любой наш обзор OLED-телевизора. Чего повторяться-то? Радиус изгиба 5 метров. Дизайн, признаться честно, хоть и премиальный и изысканный, но все же обязывает. В антураж в стиле арт-совок этот телевизор едва ли впишется. Но это однозначно больше плюс, нежели минус. Но самое главное, самое основное – это изображение. Есть такая штука – палата мер и весов. Это эталонное хранилище эталонов, образцовый склад образцов, каноническое собрание канонов. И именно туда стоит поместить этот телевизор как образец и эталон качества изображения. Во многих флагманских телевизорах принято докручивать цвета, что делает их неестественными, режущими глаза. Здесь же можно видеть только натуральные, природные цвета и их оттенки. Отображение белого и черного цветов просто потрясающее. Контрастность невероятно высокая, как и яркость. Динамические сцены просто на ура. Даже самые быстро движущиеся объекты остаются четкими и несмазанными. Вокруг них не появляется никаких ореолов. На этом телевизоре любой контент заиграет по-новому. Хоть матч любимой футбольной команды, хоть бразильский сериал, хоть игра Battle City на Денди. Помните, я вам рассказывала про четвертый белый субпиксель? Это было в этом видео. Здесь тоже есть такой. Только он уже не в строении матрицы, а в строении самого пикселя. Во многом именно благодаря ему изображение на экране становится таким невероятным. Есть еще целая куча труднопроизносимых технологий, но главное все же четвертый белый субпиксель. Слова в принципе не в состоянии передать всего того, что испытываешь, глядя в экран этого телевизора. Поэтому для сравнения стоит взглянуть на другой топовый телевизор от LG. Как и любой уважающий себя флагманский телевизор, EG920V умеет показывать 3D. Тип поляризационный, в комплекте сразу 4 пары очков. Дополнит впечатление превосходный звук. Это не самый громкий телевизор, нет, но зато качество звука выдающееся. Портовый разъемов с лихвой, и подключить можно весь парк вашей техники. Еще останется. Из беспроводных интерфейсов есть практически все, что нужно. А эти самые беспроводные интерфейсы нужны для того, чтобы в полной мере прочувствовать всю мощь смарт-платформы WBS 2.0, под управлением которой работает телевизор. Подробнее о том, что это такое и с чем ее едят, можно узнать в отдельном обзоре, посвященном исключительно ей. Что остается добавить? Если вы не согласны на компромиссы, если для вас все самое лучшее – это единственно возможный образ жизни,
то этот телевизор определенно для вас. Эталонное качество изображения и хороший звук. Мощнейшая смарт-платформа и великолепный премиальный дизайн. А в этом обзоре от компании Allo с вами была Катя и ультимативный телевизор 55 EG 920V от LG. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!